Доброе утро, уважаемые коллеги. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если меня видно и слышно, и будем с вами потихонечку мы начинать. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Доброе-доброе утро. Коллеги, зовут меня Наталья Чекурова, я директор по образовательным проектам компании «Релот Северо-Запад». И сейчас расскажу вам, о чем мы сегодня поговорим на нашем вебинаре. Мы поговорим про учебно-методический комплекс Headway Fifth Edition. Постараюсь кратко, рассказать вам про его особенности основные. Мы с вами обязательно посмотрим тур по юниту, используя наши диджитал-продукты, в частности Classroom Presentation Tool. Тем самым мы сможем посмотреть на продукт, как он выглядит именно онлайн, продукт с нашей стороны, со стороны Oxford Press. И с другой стороны у нас с вами будет возможность, соответственно, посмотреть сам тур и как у нас выглядит юнит. Далее мы с вами обязательно еще помимо этого посмотрим на онлайн practice и на learning management system, как все это у нас работает. Обязательно подготовили мы для вас пошаговые инструкции, если вы будете работать дальше с этим учебно-методическим комплексом, чтобы поподробнее его изучить. Расскажу про разные бесплатные дополнительные материалы, которые помогут вам работать с этим комплексом. И также в конце расскажу про новости OUP и Reload, дам много-много полезных ссылок. И, конечно же, ссылочку на бесплатные ресурсы для организации рождественских и новогодних уроков ваших деток. Поэтому будьте с нами, смотрите внимательно за чатиком, ресурсов будет много. Если будут вопросы, обязательно их задавайте. В конце мы обязательно дадим вам презентацию, дадим вам сертификат, дадим вам инструкцию по работе с онлайн-ресурсами, ну и гайд от Oxford University Press по работе онлайн с подростками и взрослыми, такие teaching tips некие, коллеги. Итак, мы с вами начинаем. Ну и прежде всего мне хочется вас немножко так погрузить в мир онлайн, и давайте вспомним, что у нас с вами было интересного, и о чем мы общались с преподавателями в этом году в целом. То есть как преподаватели переходили онлайн, что им было интересно, что для них было сложно, ну и сами заодно поразмышляем, немножко порефлексируем над этим, коллеги. Итак, согласно surveys от Oxford University Press, которые опросили более чем 1000 учителей во всем мире, 83% преподавателей использовали конференц-связь, когда перешли на онлайн, 57% использовали разные learning management systems, например, такие как Moodle, и 41% учителей заявили, что все было замечательно с точки зрения оснащенности их учеников, потому что дома у них был либо компьютер, либо планшет. Вот я думаю, коллеги, к сожалению, по России эта цифра будет несколько иной, но по миру вы видите, что с этой точки зрения все было у нас достаточно благополучно. С какими же сложностями столкнулись преподаватели? А вы сейчас, коллеги, тоже внимательно на них посмотрите и напишите мне, какая из этих 5 сложностей, 1, 2, 3, 4 или 5, прямо сверху вниз будем считать, для вас была вот такой самый-самый-самый challenging, да? 1, 2, 3, 4, 5, считаем сверху, напишите мне в чате, какая из них вам показалась сложной. Может быть, несколько, тогда поставьте 2 номера. Итак, 51% жаловались на то, что студенты стали терять мотивацию, и нужно было придумать, как онлайн поддерживать вот эту динамику группы и вовлекать студентов. 43% говорили о том, что у них увеличилось время на подготовку к занятиям. Из-за того, что технологии нам позволяют это делать чуть менее оперативно, опять же, динамика группы немножко падает, темп падает, и, соответственно, на уроки успевают меньше. И третье, четвертое и пятое места разделили различные технические сложности с самими платформами, со скоростью интернета и, собственно, с гаджетами студентов и тем, как они заходили на платформу. Вот я вижу, Инга, у нее тоже выбирает пункт 1, Student Engagement. Но вот это то, что, с чем столкнулись все преподаватели во всем мире. И на самом деле, если мы посмотрим еще на статистику по России, здесь еще и сами преподаватели, учителя и педагоги не все были готовы к переходу онлайн. Некоторые столкнулись сами со сложностями, что за одну ночь им пришлось освоить Google сайт, Zoom, различные приложения, различные ресурсы, что тоже, конечно, влияло, безусловно, на сам процесс. Но какие же у нас, коллеги, были плюсы, давайте посмотрим, от онлайна, но они были, в принципе, есть. Здесь, опять же, вы можете выбрать из трех таких секторов.
первый, второй, третий, и написать тоже циферку в чат 1, 2 или 3 с вашей точки зрения, что принесло наибольшие бонусы. Ну, в первый сектор у нас попало, естественно, отсутствие дополнительного времени на перемещение, то есть теперь нам не нужно ездить к студентам, а им к нам, мы экономим колоссальное количество времени. Мы можем общаться со студентами из разных городов, и это ученики могут быть не только из нашего города, но и из других, собственно, со всей России, и не только из России, но, собственно, из всего мира. Далее нам не нужно снимать дополнительное помещение. Если мы работаем онлайн, мы понимаем, что мы находимся в виртуальном мире, и тем самым, конечно же, мы монетизируемся за счет экономии времени на перемещение, за счет аренды. И за счет того, что вы можете работать со студентами из разных регионов, и вот это был первый большой плюс, который отметили учителя. Второй момент – это, конечно же, learner autonomy или индивидуальная траектория, которая стала выстраиваться легче, по мнению многих преподавателей, поскольку learning management system и online tools позволяли студентам заниматься с той необходимой им скоростью и настолько дополнительно задания можно было таргетировать и подбирать внутри LMS, что, например, было гораздо легче обучать деток с дислексией или со Special Education Needs. Или наоборот, fast finishes, тех деток, которые были очень сильные, им необходимо было давать дополнительные задания, платформа это все решала, индивидуальная траектория. Ну и третий большой блок связан с professional development нашим, это повышением квалификации. Многие преподаватели во всем мире отметили, что они очень быстро повысили свою квалификацию в связи вот с этим переходом на онлайн. Итак, вы можете выбрать блок 1, 2 и 3, поставить циферку в чат, какой блок вам кажется наиболее релевантным и интересным с точки зрения плюсов онлайн-обучения. Вот я вижу, Инга тоже за единичку голосует. Пожалуйста, выберите тоже в чатик, поставьте свою циферку, по которой вы думаете, по поводу плюсов онлайн. Ну и здесь от себя, наверное, добавлю, уже не углубляясь так сильно в тему, что, конечно же, много очень мы обсуждаем будущее за онлайн, офлайн или концепции смешанного обучения. С моей точки зрения, офлайн не должен никуда пропасть, и концепция смешанного обучения – это то, что нас ожидает. Потому что грех не использовать те инструменты, которые у нас есть, которые нам позволяют, например, учиться в разных университетах во всем мире или заниматься в группах онлайн, экономя на помещении и работая со студентами из разных регионов и выполняя задания на Learning Management System. Но с другой стороны, обязательно включение преподавателя в процесс, а если мы говорим про детей в начальной школе, то это и социализация, это очень-очень важно и, конечно же, нужно. Поэтому вот я за концепцию смешанного обучения голосую и за будущее за ней. Хорошо, коллеги, теперь мы с вами переходим, собственно, к нашей теме сегодняшней. Это Hadway 5th Edition. Почему я такую вот небольшую преамбулу сделала на онлайн-компонентах и на вообще digital learning, поскольку, во-первых, об этом все говорят, во-вторых, мы сегодня, конечно же, с вами посмотрим, что предлагает этот учебно-методический комплекс с точки зрения онлайн-ресурсов. Итак, коллеги, у меня к вам первый вопрос. Для того, чтобы нам немножечко размяться и немножко познакомиться с Hadway, давайте-ка попробуем угадать, в каком году появился первый Hadway. Вы видите, что уже, здравствуйте, коллеги, вы видите, что уже 5 изданий на рынке есть Hadway. Пишите в чат, как вы думаете, в каком году. Сразу вам подскажу, что я была еще тогда настолько минималистической малышкой, что даже представить сложно. Едва я, наверное, там еще ходить-то научилась. В каком году, коллеги, появился первый Hadway? Напишите, пожалуйста. 87-й. Ух, Инга, вы прям почти бинго, даже мучить не буду. 1986 год появляется первый Hadway. Супер-супер, прямо аплодирую стоя. Хорошо. Итак, 1986 год появляется первое издание Hadway. После этого, как вы знаете, 5 изданий было на рынке. А теперь что такое 100 миллионов? Вот я вам пишу в чате цифру 100 миллионов. Это что? Ой, неправильно написала. Не переключила. 100 миллионов. Кого или чего, с вашей точки зрения? 100 миллионов. Это тоже цифра напрямую имеет отношение к Hadway. 100 миллионов. Что же за цифра такая у нас? Ваше предположение, коллеги. 100 миллионов. Чего или кого? Напрямую связано с Hadway. 100 миллионов. 100
100 миллионов, коллеги, как вы думаете, как эта цифра связана с хедвеем? Экземпляров продано, так, Инга, практически тоже стопроцентное попадание. Действительно, 100 миллионов только не экземпляров, а 100 миллионов студентов с тех пор обучилось по Headway. То есть экземпляров было продано еще больше, потому что, как вы понимаете, преподавателям, педагогам тоже, естественно, нужны были их экземпляры, поэтому 100 миллионов студентов. Ну и последняя цифра в нашей угадайке – это 127. Как вы думаете, с чем эта цифра связана, 127, коллеги? С чем связана эта цифра, 127? Последняя циферка, связанная с хедвеем, 127. Чего или кого, коллеги, 127. Итак, 1986 год, появляется первый хедвей. 100 миллионов студентов с тех пор обучились, и 127 чего, как вы думаете? 127 чего? Так, есть от вас ответы. 127 авторов. Ух, Инга, нет, не так много авторов. На самом деле, такие два главных автора у нас, Лиз и Джон Сорс. К сожалению, Джон Сорс уже нет, осталось только Лиз. Но 127, подскажу вам, что это связано с географией. 100 миллионов студентов и 127 чего? Конечно же, стран. 1986 год, появляется первый хедвей. 100 миллионов студентов в 127 странах обучились по хедвею. Коллеги, вот с этого я и хотела бы начать. И с его лого Trusted Worldwide Inspired by You. Это очень важно, что очень много поколений преподавателей доверяли хедвею и знали, что с ним студенты обязательно перейдут на следующий уровень. Итак, дорогие мои, что же я хочу вам сказать про хедвей? Ну, прежде всего, вы видите перед собой развиновку уровней по шкале Сефер. От уровня Beginner до уровня Advanced все у нас есть, это классика. Категория у нас с вами Young Adults, Adults, 80-120 часов на один уровень у нас с вами уходит. О компонентах и тур по юниту мы с вами совершим чуть позже, сейчас на этом останавливаться не буду. Скажу про несколько кредо Headway. Грамматика всегда составляет кор данного УМК, потому что авторы считают, что важно и понимать, как устроен язык, ну и, конечно же, знать, как его использовать. При этом огромное внимание также уделяется лексическому аспекту. Мы здесь говорим и про lexical sets, и про деривационные связи, синонимы, антонимы, соответственно, set expressions и многое-многое другое. Также, конечно же, Digital Pack, мы сейчас с вами посмотрим, что появилось в новом издании, он очень важен, поскольку здесь, безусловно, этот УМК, он для 21 века подходит как для онлайн-обучения, так и для концепции смешанного обучения, если вы в ней работаете. Everyday English Expression, также, как и аутентичный язык для авторов, занимают и играют критическую роль в данном УМК. И мы с вами посмотрим, каким образом работают темы и как они стали Googleable, что такое вообще Googleable Topics, почему они такие интересные, почему вам хочется обсуждать. Ну и здесь вот вы видите потрясающую картинку, как Лиз и Джон Сорс получают орден Британской империи в Букингемском дворце. Не зря все это, коллеги, произошло, потому что огромный, конечно, вклад в образование они совершили. И сейчас напишите мне, пожалуйста, плюсик в чат, коллеги, кто по хедвею, неважно какому изданию, когда-либо занимался вообще. Поставьте мне плюс в чат, кто занимался. Кто нет, поставьте минус, чтобы я знала, что для вас это в новинку все, новенькое УМК, и вы не знаете. Так, полетели плюсы. Кто нет, ставьте смело тоже минус в чат, чтобы я знала, насколько вам более глубоко рассказывать или уже о разнице изданий больше на этом фокус делать. Ставьте, пожалуйста, плюсик в чат, кто по учебнику, по учебно-методическому комплексу Headway, неважно какого издательства, издания уже занимался, и, соответственно, минус, кто не занимался никогда. Да, коллеги, поставьте плюс, кто уже занимался по Headway, минус, кто нет. Коллеги, вы когда реагируете, мне намного легче, потому что я понимаю, что вы там не пошли варить кофе, не ушли в другую комнату, вы слушаете, вы реагируете, и это помогает мне вести вебинар с точки зрения, насколько глубоко или наоборот более таргетированно уже про пятое издание вам конкретно рассказывать. Поэтому ставьте, пожалуйста, плюсик в чат, кто занимался когда-нибудь по Headway любого издания, и минус, кто первый раз вообще слышит про этот учебник и просто пришел послушать, что из себя он представляет. Поставьте, пожалуйста, плюсики и минусики в чат. Коллеги, а я вам кидаю ссылочку на диджитал-брошюру.
Она для вас, надеюсь, будет полезной и интересной. Сейчас покажу, спасибо, плюсики полетели. Покажу вам сейчас, что это такое, как это работает. Вы прямо эту ссылочку можете копировать себе в браузер, и у вас откроется интерактивная брошюра. Сейчас я уйду в демонстрацию экрана, покажу, что из себя представляет брошюра, зачем она вам нужна и что интересного вы можете там найти. В брошюре вы сможете посмотреть все, о чем мы сегодня говорим, то есть все методические особенности Headway Fifth Edition. Более того, вы сможете, сейчас, коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсик, кто видит брошюру на экране, поставьте, пожалуйста, плюс в чат, поставьте плюсик, кто видит. Так, отлично, хорошо, поехали тогда ее смотреть. Так, кому брошюру видно, поставьте плюс в чат, что вы видите сейчас у себя на экране, пошла синхронизация. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Так, видно, отлично. Итак, коллеги, что вы найдете в диджитал-брошюре? Как я уже сказала, вы найдете информацию о компонентах, вы найдете, причем о каждом компоненте все ссылочки будут кликабельные, поподробнее почитаете. Роскошно есть unboxing-видео, которое вам расскажет, что входит в учебно-методический комплекс. Вы посмотрите на методические особенности УМК, послушаете примеры видео, посмотрите примеры аудио. И, конечно же, тексты и что такое Impact Studies, почему преподаватели во всем мире выбирают Headway. Обратите внимание, внизу у вас будет ссылочка «Sign up for a Digital Inspection Pack». Вот на нее вы кликаете, заполняете форму, бесплатно получаете Digital доступ к трем юнитам Teacher's Book, Student Book и Workbook для того, чтобы поподробнее познакомиться конкретно с пятым изданием данного УМК. Таким вот образом, коллеги. Хорошо, возвращаемся к вам, с вами к презентации. Итак, что же у нас нового появляется в пятом издании? Ну, во-первых, конечно же, онлайн-компоненты. И сегодня мы с вами сможем посмотреть как раз на Classroom Presentation Tool eBooks, на онлайн-практис, несколько слов я вам скажу, ресурс для преподавателя Teaching Resource Center. Unit Open, вот буквально через минутку уже вам покажу, как это выглядит. Это потрясающее начало занятия, это видео, в котором рассказывается, что ждет студентов на уроке, о чем поговорим, какие вопросы затронем, ну и, конечно же, с точки зрения грамматики, лексики и других аспектов и видов речевой деятельности, что ждет студентов на занятии. Это помогает настроиться на урок, переключить свое внимание, естественно, с русского на английский, сосредоточиться на том, о чем мы будем сегодня говорить, ну и просто уже начать аудировать, коллеги. Темы. Headway пятого издания поменялся кардинально. Вы найдете там абсолютно новые темы, на 80% поменялся контент. Поэтому пятое издание очень сильно отличается от четвертого, принципиально, не только Digital Pack, но и самим содержанием, коллеги. А сейчас я как раз вам хочу показать Unit Open. Ухожу я в демонстрацию экрана и покажу вам сейчас как раз видео, которое называется Unit Open и рассказывает, что же нас ждет в занятии по Headway в Unity. Итак, ухожу в Digital брошюру и демонстрирую вам это видео. Смотрим. Welcome to Unit 3. I love my job, but sometimes it's quite stressful. Every evening I spend a lot of time preparing lessons and marking students' work. What's your job? Do you like it? What's your job? I'm a fashion designer. Do you like it? Yes, I really love it. In this unit, we'll look at the simple and continuous tenses to describe facts, routines, or current activities. We'll also look at active and passive forms. In speaking and listening, you can try to guess which job goes with which salary. You'll listen to some people talk about their work and see if you can guess what their jobs are. You can also read a fascinating article about Dan Price, the best boss in America. Find out what makes him great and discuss what you think about his unique approach to running his company. In the writing section, you'll look at using formal language that will help you when you apply for a job by email or letter. You can go online to review material or to consolidate the language and skills from the unit.
Хорошо, коллеги, вот мы посмотрели с вами, как у нас выглядит unit opener. И теперь немножечко посмотрим на компоненты. Для студентов, как я уже сказала, обращаю внимание, что у нас Student Book with Online Practice. И этот ресурс, который позволит вашим студентам в системе LMS выполнять домашнее задание с автоматической проверкой, а вам с помощью Teachers Resource Center создавать классы и смотреть, отслеживать, мониторить динамику обученности ваших студентов, что глобально сокращает и колоссально экономит ваше время, ну и, конечно же, мотивирует ваших студентов, потому что задания очень разные. Сегодня я вам обязательно это покажу. Ну, конечно же, есть классический Student Book Workbook в печатной форме, есть ресурс для преподавателя Classroom Presentation Tool и e-book, это интерактивные книги. Сегодня, когда мы будем делать тур по юниту, мы как раз с вами заглянем Classroom Presentation Tool и посмотрим и на сам ресурс, и совершим сразу же полезный тур по юниту. Ну и, конечно же, диски аудио вам нужны только в том случае, если вы не приобретаете онлайн-компоненты, потому что все аудио у нас есть как в Teachers Resource Center, так и, собственно говоря, в Classroom Presentation Tool уже внутри самого продукта, коллеги. Итак, как я вам сказала уже, по шкале CEFR у нас есть с вами все уровни от Beginner до Advanced. И сейчас мы с вами погрузимся в тур по юниту. А Алену я попрошу сразу же скинуть ссылочку на Oxford Learners Bookshelf коллегам, потому что после того, как пройдет наша сегодняшняя сессия, вы можете зарегистрироваться на Oxford Learners Bookshelf и получить бесплатный доступ в вашем личном кабинете к sample, то есть к демо-версии электронной книги. И вы также сможете попробовать весь функционал, посмотреть демо-версию, ну и, собственно, ознакомиться со всем тем, о чем мы сегодня немножечко так точечно поговорим. Алена, прошу ссылку на Oxford Learners Bookshelf, пожалуйста, коллегам. А я сейчас ухожу в демонстрацию экрана. Так, Алена чего-то там задумалась, я уже кинула ссылочку. Так, коллеги. Ухожу опять в демонстрацию экрана и ухожу в Oxford Learners Bookshelf. Начинаем трансляцию. Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто сейчас видит Oxford Learners Bookshelf перед глазами. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Так, отлично, супер, здорово. Итак, коллеги, начинаем. Захожу в свой я электронный кабинет уже. И буду вам демонстрировать ресурс Classroom Presentation Tool. Это ресурс для преподавателя. Он полностью повторяет печатную книгу для студента, но в ней находятся дополнительные интерактивные функции. Почему это удобно? Потому что вы можете вести онлайн-занятия через любую платформу Zoom, Microsoft Teams, Skype, используя свой личный кабинет и, собственно говоря, уже УМК, в котором есть все необходимые функции для занятия. Встроенное видео, аудио, функция комментария, подчеркивание, зума и многого другого. Итак, давайте посмотрим тур по юниту. Сразу же буду использовать функцию, зумлю, показываю вам секцию. Мы с вами уже смотрели вот это роскошное сегодня видео introduction от другого юнита. Вы здесь сразу видите, что мы делаем с точки зрения развития видов, развития навыков и видов речевой деятельности, какие темы нас ждут в занятии, да, ну и совершаем интро. Итак, давайте посмотрим, как у нас с вами выглядит, собственно говоря, сама разлиновка. Вы видите, что у нас достаточно классическая история. Это reading, listening, speaking and writing, это виды речевой деятельности или skills, как мы их называем в английской методике. И далее у нас идет grammar, vocabulary, грамматический, лексический аспект. Дальше у нас есть обязательно grammar reference и extra materials для наших студентов. И обязательно в Unity вы увидите у нас секция на practical English, на использование английского каждый день, everyday English section. Итак, Unit у нас с вами, как мы уже сказали, начинается с Unit Open, мы это уже с вами посмотрели. Что же нас ждет дальше? Дальше у нас начинается grammar. Вы видите, что, безусловно, у нас здесь будет grammar reference, которая позволит нам более глубоко работать по данному аспекту. И посмотрите, пожалуйста, у нас сразу же встроено видео и аудио здесь есть, да, со скриптами, которая вам помогает работать и поддерживать динамику группы. Все видео и аудио встроены, вы можете увеличить, замедлять скорость записи, включать субтитры. У вас есть прекрасная функция маркера, видите, можете подчеркивать важные слова, языковые единицы лексические.
И также оставлять любые заметки, допустим, если вы хотите что-то дописать вашим студентам. Допустим, ввести новые лексические единицы, которых нет в учебнике, или грамматические конструкции. Да? Это все позволяет нам ресурс классом Presentation Tool. Идем дальше. Немножечко уменьшу. После grammar, обязательно grammar spot, все в классической методике ХДВ осталось. Как я уже сказала, core идет на грамматику. Обязательно здесь все это остается. Далее у нас идет секция practice, немножечко увеличиваем, чтобы показать, что здесь есть. Здесь есть видео, опять видео встроенное у нас. Аутентичный язык, социокультурная компетенция обязательно будет подключаться, потому что мы будем говорить про историю англоязычных стран и не только. Да, и, конечно же, персонализация в таких секциях, как talking about you и финальных тасках. Далее мы уходим в секцию listening and speaking, как вы видите. Опять же персонализация what do you think. Уходим в секцию reading and speaking и видим здесь, что у нас идет интеграция skills, да, интеграция видов речевой деятельности reading and speaking, например. Далее у нас продолжается эта секция. Работаем над словарем. Обязательно смотрим, как он в контексте. У нас отражаются лексические единицы на деривационные связи. Секция специальная vocabulary, где мы видим с вами и collocations, и использование предлогов, и слова с двойным значением, и многое-многое другое. Паронимы, антонимы, синонимы. Над всем этим мы работаем и учим детей также работать со словарем. Что для меня, например, очень ценно, мне кажется, дети, безусловно, должны уметь это делать. Не просто Google Translate, когда они, не учитывая контекст, деривационные связи, не проводя аналогии между двумя однокоренными словами, не обращая внимания на поле значения у слов, именно то, чего не хватает нашим детям, это умение пользоваться словарем. Пусть онлайн-словарь, но они должны уметь им пользоваться, коллеги. Ну и, конечно же, Everyday English, Social Expression или Functional Language, как мы его с вами очень любим, обязательно находят место и отражение в Headway. Вот таким образом у нас устроен юнит, в конце у нас будет writing. Writing от самых простых заполнений форм открыток и до уже сложного написания эссе на более высоких уровнях, то есть у нас разные жанры, соответственно, с вами и разные регистры речи. Все это у вас будет в юните. Вот быстренько мы с вами пробежались по туру по юниту, немножечко посмотрели Classroom Presentation Tool, коллеги, как у нас работает. Дальше вы уже самостоятельно сможете на презентации более подробно, потому что здесь немножко мелковато, посмотреть еще раз то, что мы проговорили. Хочу еще раз обратить внимание, что кором является грамматика, что у вас будет reading, listening, speaking, writing, vocabulary and grammar. Будет у вас интересный googlable тексты, сейчас об этом тоже немножко поговорим, unit open и необычный. У вас будет speaking and listening, reading and speaking. У вас будет именно интеграция языковых навыков внутри, персонализация в таких секциях, как what do you think, и в написании survey. Ну и, конечно же, вас ждет 100% новый контент в пятом издании Headway. Вам это очень понравится, потому что ну, это такой современный вызов и современный ответ на вызов по поводу интересности тематики для студентов наших дорогих. Вы увидите здесь разнообразные квизы, surveys, которые тоже так любят студенты, и которые, безусловно, их вовлекают в процесс обучения очень сильно. Ну и вот все это великолепие, коллеги, дополняется Googleable Topics. Хочу обратить ваше внимание на фокус этих тем. Если мы, например, в предыдущих изданиях Headway говорили про такие немножко yellow press topics, я их называю. Ну, например, fashion and passion, да, вот желтые страницы, мода. То теперь темы будут выбираться, исходя из универсальных навыков и компетенций. Ведь мы не просто пичкаем наших студентов знаниями, мы развиваем их как личность. Поэтому, безусловно, это экзистенциальная компетенция, социокультурная компетенция. Поэтому, например, даже на уровне elementary, когда мы будем говорить про work and family life, мы уже будем говорить про то, как живут, например, племена в Африке, чем это отличается от нас, почему это отличается и так далее. И мы не будем говорить про моду, а будем говорить, например, про J.K. Rowling, которая совершила потрясающий велотриал и является чемпионом по велотриалу
олимпийским. Или, например, мы будем говорить про Джадав Паянга, который высадил целый лес. Соответственно, это те люди, которые меняют наш мир сегодня, это такой positive impact, и вот на этом будет очень серьезный акцент, когда будут обсуждаться разнообразные темы в этом УМК, коллеги. Итак, правильно подобранные компоненты экономят ваше время и деньги. Почему? Потому что мы с вами понимаем, что сегодня мы занимаемся офлайн, завтра все поменялось, мы занимаемся онлайн, и это все может очень быстро меняться. Поэтому очень важно подобрать правильный пэк. И с точки зрения экономии ваших средств, чтобы потом не бежать и не докупать непонятные компоненты, которые вы могли бы купить вместе и сэкономить на этом. И с другой стороны, застраховать себя от того, что если происходит переход онлайн, то он для вас очень удобен, мягок, и вам не нужно срочно изобретать какой-то велосипед. Для студентов, коллеги, что же вам нужно? Это, безусловно, Student Book плюс онлайн Practice. Сегодня вам покажу этот ресурс также. Student Book плюс онлайн Practice. Почему? Потому что, когда вы ведете занятия онлайн, абсолютно нормально, вот у вас сидит ваш студент с учебником, вот так вот вы занимаетесь, он смотрит в камеру Zoom, слушает вас, занимается, и все ремарки делает у себя в печатной книге. Это удобно. В ПЭК входит сразу же онлайн Practice. Это 30 часов дополнительных заданий, как раз по всем видам речевой деятельности и аспектам, которые они выполняют дома, и проверяется это автоматически. Это очень удобно, потому что домашнее задание онлайн они выполняют, по печатному учебнику они занимаются с вами хоть онлайн, хоть в формате офлайн, если вы так занимаетесь, и переход очень органичный происходит в любой момент, потому что домашнее задание все равно удобно выполнять в LMS, за счет функции автоматической проверки будет экономиться время. Для преподавателя вот здесь критически важно, чтобы у вас была интерактивная книга, вот которую мы с вами видели в ресурсе Oxford Learners Bookshelf, либо e-book, либо Classroom Presentation Tool. В e-book у нас чуть меньше функций, в Classroom Presentation Tool чуть больше, но тем не менее все они включают вот конкретно в Headway и встроенное аудио, и видео, и функцию подчеркивания, и заметок, и функцию автоматической проверки заданий, и многое-многое другое. И, используя любую платформу, вы сможете онлайн вести занятия. Ну и, конечно же, вам тоже нужен будет ресурс Teachers Resource Center, в котором вы сможете создавать группы и мониторить качество обученности ваших студентов. Его через несколько секунд я вам покажу. То есть правильно подобранные ресурсы, коллеги, это колоссальное решение вашей проблемы, потому что вы спокойно сможете заниматься, повторюсь, как онлайн, так и в концепции смешанного обучения. Вот давайте посмотрим, что у нас входит в Teachers Guide. Ну, понятно, у нас входят все планы уроков, у нас входят guidance материалы по тому, как проводить занятия, дополнительные activities или worksheets, как мы их называем, для наших студентов. Ну и доступ к Teachers Resource Center. А вот это, коллеги, я вам хочу показать сейчас с помощью демонстрации экрана. Итак, у ваших студентов есть 30 часов дополнительных заданий, которые находятся на платформе. Сейчас уходим мы в платформу, чтобы не быть голословной, лучше один раз увидеть, это же диджитал у нас, чем 100 тысяч раз услышать. Убегаю в платформу. Алена, дайте, пожалуйста, ссылочку на Hathaway Online Practice.com, пока я коллегам показываю. Коллеги, видно ли сейчас перед глазами Hathaway Elementary у вас на экранчике? Поставьте, пожалуйста, плюсик, если видно. Поставьте плюсик, если видно. Так, отлично. Алена, спасибо большое. Итак, сейчас покажу вам, как это выглядит, что делает преподаватель. Вы можете создать группу. В вашей группе вы будете видеть всех ваших студентов и отслеживать, соответственно, их динамику обучения. Все их результаты вы сможете отгружать в формате Excel в электронный дневник. И ваша задача будет только анализировать. Здесь функционал совершенно огромный, сейчас не сможем, конечно, обо всем поговорить, но скажу так, вы можете устанавливать и время, когда занятие, задание определенному студенту откроется и закроется. Вы можете прятать задание, вы можете видеть, на какой балл, сколько времени провел ваш студент на платформе. Вы сможете посмотреть, какие ошибки он сделал с первой попытки, со второй попытки, ограничить количество попыток и многое-многое другое. То есть функционал совершенно потрясающий. Посмотрите, что же есть у вас здесь. Вы создаете группу. В группе
Безусловно, вы видите каждого студента. Давайте вам продемонстрирую некоторые типы прямо заданий, коллеги. Вот давайте посмотрим, как это все выглядит. Вы видите задания на reading, listening, writing, speaking и многое-многое другое. Сейчас давайте прямо посмотрим разные типы заданий с вами нырнем, чтобы было нам интересно, что у нас там в задании есть. И ознакомимся с ними. Именно с самим заданием посмотрим. Так, давайте прямо ознакомимся, чтобы было понятно, какого типа задания и почему студентам это интересно. Вы видите, у нас есть встроено аудио и встроенное будет видео в интерфейсе. Задания открытого, закрытого типа. Студенты могут записывать свой голос для вас. Естественно, в таком случае вы задание проверяете самостоятельно. Все остальное проверяется автоматически. У нас здесь и встроенное видео, и аудио, и совершенно разные форматы, да? Студентам это очень нравится. Они выполняют в индивидуальном темпе эти задания. А за счет интересного интерфейса, встроенного видео и аудио повышается их мотивация. Они могут сами себя проверить, увидеть график. Вот вы видите, да? Good afternoon. Задания на все виды речевой деятельности у нас идут. То есть в таком виде студенты все выполняют. Помимо того, что вы видите динамику ваших студентов, у вас есть еще и доступ к дополнительным ресурсам. Здесь у вас есть и видео, и worksheet к видео, и teaching notes, и тесты. Обратите внимание, в самой системе встроены прогресс-тест. Но если вам этого мало, здесь есть и placement test, и unit test, stop and check test, skill test и многое другое. Все эти материалы вы можете либо в формате онлайн смотреть, либо загрузить на свой компьютер, коллеги. Дополнительные ресурсы для ваших студентов все также можете загрузить на свой компьютер. Плюс система дает вам возможности общаться внутри нее, то есть отправлять сообщения и, например, заводить блог со своими студентами. Допустим, они написали тесты, сделали какие-то ошибки, вы обсуждаете с ними типичные ошибки, даете им задания. Все это позволяет сделать умная система. Так вот, как раз этот доступ к Teachers Resource Center вам, конечно же, для этого и нужен, чтобы вы могли создать группу и в ней работать. Итак, вот еще раз повторюсь, что это все находится на headwayonlinepractice.com. 30 часов для студентов. Обратите внимание, что доступ для студентов имеет срок годности, это 18 месяцев. Для преподавателей Teachers Resource Center вы покупаете один раз и навсегда, он бессрочный. И, например, вы купили TRS от уровня Elementary Headway, и вы можете в рамках этого уровня создавать сколько угодно групп, 10, 20, 30, столько, сколько вам нужно. Ну, разные типы заданий мы с вами, коллеги, посмотрели. Как я уже сказала, вы видите, сколько попыток сделал ваш студент, сколько он заработал баллов, где конкретно какие были ошибки и сколько времени он провел на платформе. Все результаты можно отгрузить в формате Excel как электронный дневник. Classroom Presentation Tool мы уже сегодня с вами посмотрели. Либо Classroom Presentation Tool, либо e-book нужен вам для того, чтобы проводить онлайн занятия. Это удобно. Я, например, использую платформу Zoom. Соответственно, через функцию демонстрации экрана я ухожу в свой личный кабинет, как мы это с вами сегодня и делали, демонстрирую экран и, собственно, показываю все функции и веду урок онлайн. Это очень удобно, и динамика группы повышается, потому что мне не нужно открывать разные окна, у меня все есть в одном месте. Вот, коллеги, это что касается ресурсов. Перед тем, как рассказать вам другие интересные новости от нашей компании, от компании Oxford Press, хочу подвести такое summary. Итак, Headway – это то УМК, которое появилось первый раз на рынке в 1986 году. 100 миллионов студентов в 127 странах обучилось по этому УМК. Что же это значит, уважаемые коллеги? А значит, это то, что ему доверяют студенты на протяжении долгих-долгих лет, уже очень давно, не просто так. Потому что учителя считают, что с этим УМК студенты перейдут на следующий уровень обучения. Мы с вами совершили сегодня тур по юниту и посмотрели, что ключевое место занимает грамматика. Но и, безусловно, лексика и деривационные связи, и то, как лексика работает в контексте, обращается внимание на lexical sets и многое-многое другое. Огромное внимание уделяется функциональным языковым единицам, practical English section,
интереснейшие видео, топики стали гуглабл, те, что производят на нас импакт, те, что меняют нас и меняют мир. Об этом хочется говорить, об этом хочется читать в интернете, поэтому это так интересно. Мы с вами посмотрели диджитал-брошюру, которую Алена вам уже скинула, и вы имели возможность посмотреть разные видео из нее, и напомню, что в ней вы получите доступ бесплатный к Digital Inspection Pack, трем юнитам бесплатным из Workbook, Studentbook и Teachersbook, чтобы лучше ознакомиться с ними. Мы поговорили о том, что в пятом издании у нас потрясающий Digital Pack, который подходит как для онлайн-обучения, так и для работы в концепции смешанного обучения. Поговорили о том, что для студента лучший выбор – это Student Book Plus Online Practice, а для преподавателя – это e-book либо CPT для работы онлайн, ну и, конечно же, Teacher's Guide с доступом к Teacher's Resource Center, который позволяет создавать классы и отслеживать динамику обученности ваших студентов при выполнении ими домашней работы. И еще раз скажу, что этот УМК для студентов – и для в категории у нас Young Adult Adults он проходит 80-120 часов на один уровень. Уровни у нас Beginner до Advanced. Вот так, дорогие коллеги, что бы мне хотелось рассказать вам про Headway сегодня. А теперь делимся с вами ссылочкой. Алена, скорее бросай ссылочку на интереснейшие ресурсы от Oxford University Press бесплатные по организации занятий абсолютно разных уровней, занятия по тематике Рождество и Новый год. А компания Reload подобрала для вас книги, игры к Новому году и Рождеству. Вы их найдете в нашем интернет-магазине, ведь мы искренне считаем, что лучший подарок – это книга. Алена, пожалуйста, кидай ссылочку по нашим новогодним ресурсам скорее в чатик. Да, спасибо большое. А мы продолжаем. Напоминаю вам, что сейчас до сих пор идет еще акция «Учительский комплект» до 28 февраля. Обратите внимание, что если вы являетесь представителем образовательной организации, то приобретение 10 комплектов, 11 для учителя у вас будет в подарок. И обратите внимание, что туда входят электронные компоненты, как раз вот CPT, например, про который мы сегодня, коллеги, говорили. Если у вас есть детки, либо у ваших знакомых, и вы хотите с ними как-то интересно и качественно проводить время, а ваши, например, знакомые не являются преподавателями английского языка, то у нас есть потрясающий онлайн-клуб для родителей и дошкольников «Mini-Me English», где Катя Сомервиль и двое ее деток замечательно, находясь в Великобритании, являются билингвами, говорят по-русски и по-английски. С помощью виртуального класса вы изучите английский с нуля, всего лишь 15-20 минут в день занятий, подробный сценарий работы, и опытные методисты и педагоги помогут вам вместе с Катей Сомервиль в этом. Итак, коллеги, что же нас ждет в эту пятницу? Вы знаете, что у нас стартовал очень интересный новый проект, может быть, кто-то из вас уже на нем был. Это наши бесплатные методические эфиры по пятницам, которые ведут два и более ведущих, разные приглашенные гости. Мы с вами говорим о трендах в ЛТ, о методике и о многом-многом другом. Так вот, в ближайшую пятницу у нас будет новогодняя методическая пятница в 16:00. Регистрируйтесь, коллеги, мероприятие бесплатное. Мы подведем итоги года, что нам дал дистант, поговорим об этом. Поговорим об интересной статистике по работе онлайн, российский международный опыт. Поговорим о том, о чем говорили все учителя весь год, о проблемах и путях их решений. Сделаем анонс предстоящих мероприятий, ну и, конечно же, вас ждет розыгрыш. Отвечайте на методические вопросы и получайте подарки. Вести будем эфир я, Наталья Чекурова, Елена Бритова, руководитель по образовательным программам, и Наталья Найденова, методист Reload. Поэтому, коллеги, ждем вас с нетерпением. Повторю, что эфир бесплатный, будет в пятницу в 16:00. Ну и, конечно же, сейчас у нас проходят олимпиады и конкурсы. Мы помним, что это ассессмент мягкий, формирующий, и поэтому, конечно же, детям очень важно принимать участие в олимпиадах и конкурсах. Ну и, конечно же, наш большой конкурс Unity and Diversity для студентов. Как мы сегодня уже говорили, многие преподаватели во всем мире отметили, что повышение квалификации – это тот плюс, который нам принес онлайн и преподавание прежде всего онлайн, поскольку нам очень быстро пришлось повысить нашу квалификацию. И если мы правильно с вами подбираем ресурсы, то мы, собственно, освобождаем время для себя любимых, для повышения своей квалификации. Это вы можете сделать с нами на нашей платформе Oxbridge School.ru,
конкретно по ОМК для взрослых я хочу порекомендовать вам тренинги по обучению педагогов. Это методика обучения студентов и взрослых. Мне очень нравится тренинг по использованию игр в обучении английского языка для взрослых. Ну и по онлайн-курсам о UPLT. Без этого нам никуда, коллеги, в 21 веке. И сейчас как раз у нас до 31 декабря идут скидки. Ну и все, о чем мы сегодня говорили, вы можете приобрести в нашем интернет-магазине на shop.reload.ru. Мы являемся эксклюзивным дистрибьютором не только Oxford University Press, но и Clay International Enclave Elle. Ну и, конечно же, представляем более чем 600 издательств на рынке. Дисконтная карта, бонусные программы, методические рекомендации, бесплатные обзоры – все это вас ждет в нашем интернет-магазине на shop.reload.ru. И, конечно же, здесь я хочу обратить внимание на тот УМК, который мы обсуждали. Как раз-таки на shop.reload.ru у нас есть бесплатный обзор, который вы можете посмотреть тоже по линку. Алена линк сейчас скинет, и также он у вас будет в презентации. Подробно еще раз обо всех компонентах, об особенностях методики вы можете прочитать у нас в бесплатном обзоре на shop.reload.ru, уважаемые коллеги. Ну и пока я вам расскажу, где нас искать в соцсетях, я вам открываю уже ресурсы, которые я обещала, а это презентация наша сегодняшняя, безусловно. Это гайд по Teaching Online, Tips and Tricks от Oxford Press. И, конечно же, инструкции, которые мы для вас разработали по подключению к платформам. Вот сейчас я тоже перед глазками вам их открою. Это и по подключению к Oxford Learners Bookshelf, и по подключению к Online Practice по работе над платформами. Напоминаю, что в Oxford Learners Bookshelf вы сейчас, зарегистрировавшись бесплатно, получите доступ к демо-версии. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы поподробнее ознакомиться как раз с онлайн-ресурсом и как им пользоваться. Ну и, конечно же, сертификат от нас, уважаемые коллеги. Ну, а найти нас вы можете во всех соцсетях, хотите в Фейсбуке, хотите ВКонтакте, хотите в Инстаграме, хотите на Ютьюбе. Мы записываем для вас интересные эфиры, держим вас в курсе всех ELT-трендов и новостей Oxford Press Reload и новостей сферы образования. Мы знакомим вас с различными ОМК, даем разные советы по преподаванию офлайн и онлайн, ну и просто готовы поддержать вас и проконсультировать. Коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, их задавайте. Я буду более чем рада вам на них ответить. Все ссылочки вам уже в чатик полетели. Надеюсь, что каждый сегодня сможет найти для себя что-то полезное. Те, кто захочет заниматься по курсу ОМК Headway 5th Edition, те, кто просто занимается онлайн и ему интересно, какие ресурсы мы можем использовать и как преподавать онлайн, ну и те, кто просто интересуется тем, что происходит в мире ELT. Большое спасибо вам, коллеги, что были сегодня с нами этим утром. Желаю вам предновогоднего прекрасного настроения. Получайте удовольствие от преподавания, неважно, в каком формате это происходит. С вами была Наталья Чекурова, директор по образовательным проектам компании Reload. Всего доброго, коллеги. До свидания.